Сергея Николаевича выезжали из славного города Архангельска и ехали в другой город концертами. Увидели такую картину. Ранняя весна, в Зеленый дол ехали, и на обочине, на такой уже слегка пробившейся травке, но еще не пришедшей в себя, лежал и спал человек, большой человек, красивый в своем величии. И вы знаете, вот сказать, что он валялся, да, вот как пьянь, язык не поворачивался, человек лежал. Он лежал очень вкусно. Хотелось подойти и лечь рядом. Вот какая-то такая, знаете, вот неосознанная свобода, то есть вот потеря сознания, и пришла она, свобода. Вот. И даже так вот поразило это меня, какие-то даже строчки стали складываться. Где-то на выезде из Архангельска, сразу перед Зеленым долом, перед Зеленым бором, спит мужик, внешности явно не ангельский, спит на земле, а не под забором, с ногтями черными, руки натруженные, сумочку, думочку обнимают, храпит так, что храпом разбуженные собаки окрестные даже не лают. После этого сильного образа не лающих собак дело остановилось, все это благополучно забылось, потом благополучно из корки перешло в корку после какого-то времени, и появилась такая песня, название которой даже не пришлось придумывать, ибо кадриль, она и в Африке.